Привет! Продолжаю свою эпопею о чудесном воздействии фольги в целом на организм человека и на отдельные органы. Конечно же, надо усердно работать. За одну минуту или за один день, конечно же, может ничего не произойти. Если у вас серьезные какие-то нарушения в работе ваших органов или какие-то патологии, то нужно усердно работать с данными методами. Ну и не забываем о комплексном лечении и оздоровлении нашего организма, очищении организма. Применяем настои трав, чаи различные целебные. Применяем назначение врача, применяем технологию фольги на себе. И тогда в комплексном лечении вас ждет очень хороший результат. И если вам нравятся мои рецепты про фольгу, конечно же, простимулируйте меня сейчас быстренько, поставьте лайк и давайте поехали, я буду все рассказывать. Сегодня у нас будет шикарный рецепт, второй рецепт, при различных проблемах, сердечных проблемах. Это в основном сердечная недостаточность, боли в сердце, колики, ну и другие процессы, так как это все абсолютно не изучено. Поэтому, если у вас какая-то диковинная болезнь сердца, обязательно поработайте в комплексном лечении, конечно же, с нашей фольгой и серебряными мостиками. Это второй рецепт аппликации на сердце. Первый рецепт очень хороший и популярный. Также в конце видео вы увидите анимированное окно на этот первый рецепт. Обязательно перейдите на этот рецепт. И теперь уже попробуйте сразу две аппликации. Вот та единственная аппликация, которая была в первом рецепте. И сегодняшняя аппликация. Корректировка меридианов и кровяных потоков. Для того, чтобы сердце работало правильно и нормально. Итак, изготавливаем сегодня три мостика, три серебряных мостика, вот один мостик. Берем, кто не знает, берем, покупаем качественный липкий пластырь, желательно хирургический или что-то подобное. Дальше покупаем фольгу, вот наша пищевая фольга, она должна быть только настоящая, без никакого покрытия. Дальше, сегодня изготавливаем мостики примерно по... Значит, сам пластырь 12 сантиметров, мостик у нас будет ровно 9 сантиметров. 9 сантиметров. Вклеиваем сюда наш мостик, вот вырезаем из фольги полосочку. Ширина полосочки примерно 6-8 миллиметров, ну а длина будет сегодня 9 сантиметров. 9 сантиметров. Осторожно вклеиваем, чтобы не повредить пластырь. Вы увидите картинку, на которой будет четко показано наши три мостика, как мы наклеиваем. Для того, чтобы сегодня работать с сердцем. И не забудьте применить первый рецепт, тоже для сердца. Есть положительные отзывы. Итак, сколько нужно держать? Держим от 1 часа. Первый сеанс 1 час. В этот же день вечером сеанс 2 часа, на следующий день 2-3 часа. И так каждый день по одному сеансу можно увеличивать количество времени. Если все в порядке, если у вас просто какие-то боли, какие-то колики, боли могут быть как единоразовые, так и постоянные каждый день. Все, корректируем количество времени по вашим болям. Если боль исчезла через 2-3 часа, на сегодня достаточно. Завтра можете еще раз поставить аппликацию. Если у вас какие-то серьезные патологии, например, недостаточность, сердечная недостаточность, естественно, каждый день работаем. Идеально поработать каждый день уже впоследствии, где-то по 6-8 часов держать аппликацию. Вот, в принципе, и все. Работаем до результатов.